Здравствуйте, с вами Александр Николенко. Интересное наблюдение. Просто поделюсь. Вот грецкие орехи, когда замачиваешь перед посадкой, 3 дня меняешь воду, значит, вода набирает, ну, буквально вот этого йода. Вот. А вот пеканы тоже 3 дня. Это американский орех пекан. Ну, канадский, вот это, вернее, сорт канадский. Значит, вот 3 дня тоже меняю воду, вам видно, не видно, вода никакого, как бы, коричневого, ну, как есть белая, так и есть белая. Значит, получается, что у них нету йода в скорлупе, или как? Ну, это просто мое наблюдение. Он взял, не выдержал один контрольный и разбил. Вполне вот белая, здоровая, ну, на вид, визуально, как бы, жизнеспособное семя. Ну, надеюсь, я не первый раз пеканы сажу. Надеюсь, что взойдут.